Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – распределение Максвелла. Мы будем рассматривать вопросы распределения молекул по физике, компонентам скорости и модулю скорости, характерные скорости распределения, распределение Максвелла по энергии, характерные энергии распределения. Еще в XIX веке Максвелл утверждал, что молекулы, беспорядочно сталкиваясь друг с другом, как-то распределяются по скоростям, причем вполне определенным образом. Определить распределение молекул по скоростям вовсе не значит, что нужно определить число молекул, обладающих той или иной заданной скоростью, либо число молекул, приходящихся на долю каждого значения скорости, равна нулю. Вопрос должен быть поставлен так. Сколько молекул обладает скоростями, лежащими в интервале, включающим заданную скорость? Итак, молекулы движутся хаотически. Среди них есть и очень быстрые, и очень медленные. Благодаря беспорядочному движению и случайному характеру их взаимных столкновений, молекулы определенным образом распределяются по скоростям. Это распределение оказывается однозначным и единственно возможным, и не только не противоречит хаотическому движению, но им и обусловлено. Здесь на рисунке показано, как двигаются молекулы в объеме. Нам необходимо знать, сколько молекул обладает скоростями, лежащими в интервале, включающим заданную скорость. Так всегда ставятся статистические задачи. Например, на переписи населения, когда указывается возраст 18 лет, это не значит, что 18 лет 0 часов 0 минут. Эта цифра свидетельствует, что возраст лежит в интервале от 18 до 19 лет. Мы будем искать число частиц дельта n, скорости которых лежат в определенном интервале значения скорости дельта v, то есть от v до dv плюс дельта v. Здесь n – число благоприятных молекул, попавших в этот интервал. Очевидно, что в единице объема число таких благоприятных молекул тем больше, чем больше дельта v. Ясно также, что дельта n должно быть пропорционально концентрации молекул n. Число дельта n зависит и от самой скорости, так как в одинаковых по величине интервалах, но при разных абсолютных значениях скорости, число молекул будут различны. Смысл сказанного легко понять из простого примера. Неодинаково число людей в возрасте от 20 до 21 года и от 90 до 91 года. Итак, дельта n равняется f от vn дельта v. Итак, дельта... здесь f от v – функция распределения молекул по скоростям, а n – это концентрация молекул, а дельта v – интервал значений скорости. Перейдя к пределу, получим dn равно f от v n dv. Физический смысл f от v в том, что это отношение числа молекул скорости, которых лежат в определенном интервале скоростей, к общему числу молекул в единичном интервале скоростей, то есть f от v равно dn на n. Таким образом, f от v имеет смысл вероятности, то есть показывает, какова вероятность любой молекулы газа в единице объема иметь скорость, заключенную в единичном интервале, включающем заданную скорость v. В данном случае f от v называет плотностью вероятности. Пусть имеется n тождественных молекул, находящихся в состоянии беспорядочного теплового движения. При определенной температуре после каждого акта столкновения между молекулами их скорость меняется случайным образом.
В результате невообразимо большого числа столкновений устанавливается стационарное равновесное состояние, когда число молекул в заданном интервале скоростей сохраняется постоянным. В результате каждого столкновения проекция скорости молекулы испытывает случайные изменения на ΔVx, ΔVy, ΔVz. Причем изменения каждой проекции скорости независимы друг от друга. Найдем в этих условиях, каково число частиц dn из общего числа n имеет скорость в интервале от v до v плюс ΔV. Притом мы не можем ничего определенного сказать о точном значении скорости той или иной частицы в i, поскольку за столкновениями и движениями каждой из молекул возможно проследить ни в опыте, ни в теории. Такая детальная информация вряд ли имела бы практическую ценность. Распределение молекул идеального газа по скоростям впервые было получено знаменитым английским ученым Максвеллом в 1860 году с помощью методов теории вероятности. Максвелл Джеймс Клерк, английский физик, работы посвящены электродинамике, молекулярной физике, общей статике, оптике, механике, теории упругости. Установил статистический закон, описывающий распределение молекул газа по скоростям. Скорость — векторная величина. Для проекции скорости на ось x имеем dnx, f от vx, n до vx. Тогда f от vx равняется dnx, n до vx и равно 1 деленный на пи под корнем, ну, m деленный на 2кт тоже под корнем, так как у него степень идет 1/2. Дальше e минус e минус степень минус m в x квадрате деленный на 2кт. И отсюда выходит, что у нас вот это значение равняется А1. Или мы можем написать, что f от vx dnx по n dvx равняется А1 e минус mv квадрат x 2кт степень. Видно, что доля молекул со скоростью vx равняется нулю. Или не равно нулю. Когда v равняется нулю, f от vx равняется А1. Это видно из формулы. В этом физический смысл постоянный А1. То есть он имеет максимальное значение. Или как мы называем его, как амплитуда оно. Максимальное значение. То есть из формулы, когда v равняется нулю, степень e равняется нулю, и оно само собой равняется единице, остается только А1. Вот здесь уже график от минус vx до плюс vx. Это график этой функции. Приведенное выражение и график справедливы для распределения молекул газа по x-ным компонентам скорости. Очевидно, что и по y и z компонентам скорости также можно получить такую же формулу, просто где проекции указываются y или z. Вероятность того, что скорость молекулы одновременно удовлетворяет трем условиям, x компонента скорости лежит в интервале от vx до vx плюс dvx, y компонента в таком же примерно интервале и z компонента будет равна произведению вероятности каждого из условий в отдельности.
То есть dnx, y, z на n равняется а1 в кубе, e минус mv квадрат, деленное 2kt степень, dvx, dvy, dvz, где v в квадрате равняется vx квадрат плюс vy квадрат плюс vz в квадрате. Или мы можем вот в общем написать в таком порядке. Этой формуле можно дать геометрическое истолкование. То есть dnx, y, z – это число молекул в параллелепипеде со сторонами vdx, dvx, dvy, dvz, то есть в объеме dv. Сейчас на рисунке будем рассмотреть находящимся на расстоянии v от начала координат в пространстве скоростей. Вот этот рисунок, по рисунку видно ли. dvx, dvy, dvz – это у нас v-скорость. Величина dnx, y, z не может зависеть от направления вектора скорости, поэтому надо получить функцию распределения молекул по скоростям независимо от их направления, то есть по абсолютному значению скорости. Если собрать вместе все молекулы в единице объема, скорости которых заключены в интервале от v до v плюс dv по всем направлениям, и выпустить их, то они окажутся через одну секунду в шаровом слое толщиной dv и радиусом v. Вот рассмотрим рисунок. Вот здесь радиусом v и слоем dv. Вот примерно еще один рисунок. Вот это dv толщина, а радиус это v. Этот шаровый слой складывается из тех параллелепипедов, о которых говорилось выше. Объем этого шарового слоя dt равняется 4πv в квадрате dv. Общее число молекулы в слое dn равняется n деленный π 3 вторая, m на 2kt 3 второй степень, e минус mv квадрат на 2kt степень до омега. Отсюда следует закон Максвелла распределения молекул по абсолютным значениям скоростей, где dnn – доля всех частиц единичного объема, скорости которых лежат в интервале от v до v плюс дельта v. При dv равно единице получаем плотность вероятности или функцию распределения молекул по скоростям следующим образом, то есть f от v равняется этому формуле. Эта функция обозначает долю молекул единичного объема газа, абсолютные скорости которых заключены в единичном интервале скоростей, включающем данную скорость. Вот, обозначим формулу 4, деленное на π под корнем, и m на 2kt 3 вторая, тогда получим, что f от v равняется у нас вот a есть минус степень mv квадрат на kt, умноженное на v квадрат. График этой функции показан на рисунке 2,6. Вот в следующем рисунке. Выводы. F от v равняется а e минус mv квадрат 2kt степень, умноженное на v квадрат. Вид распределения молекул газа по скоростям для каждого газа зависит от рода газа m и от параметра состояния t, то есть давление p и объем газа v на распределение молекул не влияют. При показателе степени
стоит отношение кинетической энергии, соответствующей данной скорости V, к средней энергии теплового движения молекул при данной температуре, то есть mv квадрат, деленное на 2kT. Значит, распределение Максвелла характеризует распределение молекул по значениям кинетической энергии, то есть показывает, какова вероятность при данной температуре иметь именно такое значение кинетической энергии. Вот это распределение Максвелла. Рассмотрим, как изменяется с абсолютной величиной скорости число частиц, приходящихся на единичный интервал скорости при единичной концентрации частиц. График функции распределения Максвелла приведен на рисунке 2,7, вот в следующем рисунке. Здесь вот три скорости, вероятная и вероятная скорость, средняя скорость, среднеквадратичная скорость. Из графика видно, что при малых объемах, то есть при mv квадрат на 2kT намного меньше единицы, имеем f от v приближается к v квадрате. Затем f от v достигает максимума A и далее экспоненциально спадает. То есть это можно увидеть вот в графике. Вот здесь. Вот v квадрат, а здесь вот экспоненциал. Площадь когда равняется единице. Величина скорости, на которую приходится максимум зависимости f от v, называют наиболее вероятной скоростью. Величину этой скорости найдем из условия равенства нулю производной. То есть df от v по dv равняется нулю. Тогда наивероятная скорость выравняется под корнем 2kT, деленное на m. И можно еще написать в следующем порядке, то есть 2kT на m под корнем. Наиболее вероятная скорость одной молекулы. Для одного моля газа наивероятная скорость можно найти следующим образом. А мы знаем, что k умножен на n Авогадро, это у нас R, универсальная газовая постоянная. А масса, умноженная на n Авогадро, можно написать как малярную массу. То есть 2RT на малярную массу под корнем, это у нас есть наивероятная скорость. Среднюю квадратичную скорость найдем, используя соотношение mv квадрат, деленное на 2, равно 3 вторая kT. И отсюда можно найти среднюю квадратичную скорость. То есть оно равняется под корнем 3kT, деленное на m. Или для одного моля газа можно написать 3RT на малярную массу. Средняя арифметическая скорость во средней равняется 1 деленное на n, интеграл от 0 до бесконечности, vn, f от v, dv, где n, f от v, dv равняется dn, то есть число молекул со скоростью от v до v плюс dv. Если поставить сюда f от v и вычислить, то получим среднюю арифметическую скорость. Оно равняется 8kT, деленное на πm под корнем. Или 8RT, деленное на πμ. И если учитывать, что π у нас равняется 3,14, то вместо него можно написать 2,25. Ну, как видим на экране. Полезно знать, что средняя квадратичная, деленная на наивероятную скорость, равняется 1,22, а v среднее на v вероятное равняется 1,13. Для решения многих задач удобно использовать формулу Максвелла, где скорость выражена в относительных единицах. Относительную скорость обозначим через U.
А U у нас равняется V, деленное на V вероятной, где V вероятно равняется 2КТ на М под корнем. Формула Максвелла для относительных скоростей выглядит так. dN, деленное на NdU, равно 4, деленное на Пи под корнем, умноженное E минус U квадрат степень, умноженное U квадрате. Это уравнение универсальное. В таком виде распределение Максвелла не зависит ни от рода газа, ни от температуры. То есть вот здесь уже график. Вот V среднее деленное на V вероятное, а здесь уже V квадратичное деленное на V вероятное. Зависимость от F от V. Зависимость функции распределения Максвелла от массы молекул и температуры газа. То есть, когда М1 больше, а М3 самое меньшее, то есть масса газа уменьшается. Т1 меньше Т2, а Т2 меньше Т3. Тогда у нас вот вероятные скорости можно построить график вероятной скорости, зависимости вероятной скорости от F от V в таком порядке. Из рисунка 2.9 F от V можно проследить за изменением при изменении массы и температуры. То есть при M константе M1 намного больше, чем M2 и M3. А при T константе наоборот, Т1 меньше, чем Т2 и Т3. Площадь под кривой величина постоянная, равная единице. То есть F от V равняется константе, и оно равно единице. Поэтому важно знать, как будет изменяться положение максимума кривой. То есть F от V вероятность равно M на Т под корнем. А V вероятность наоборот, Т деленное на М под корнем. Максвелловский закон распределения по скоростям и все вытекающие следствия справедливы только для газа и равновесной системе. Закон статистически выполняется, тем лучше, чем больше число молекул. А теперь переходим на вопросы для закрепления. Какова физический смысл функции распределения? Как называется величина скорости, на которую приходится максимум зависимости? Максвелловский закон распределения по скоростям и все вытекающие следствия справедливы для какого газа? Спасибо за внимание!